Так, друзья, привет! Приехали на выставку. Не было в прошлом году выставки в гостином дворе, как обычно. Был только Орел Экспо, он, кстати, тоже будет и в этом году. Посмотрим сейчас, что будет здесь. Надеюсь, будет интересно. Погнали, пойдем посмотрим, что здесь. Прямая трансляция с площадки, где проходят мастер-классы по метанию ножей. Это действительно очень увлекательно, интересно, плохо, но возможно освоить. Проходите, добро пожаловать! А сейчас прямо на экране можно видеть, как это происходит. Прямая трансляция. Так, друзья, ну вот пришел на фестиваль. Фестиваль, наконец-таки! Art and Hunting вернулся. Наконец-то устроителям удалось сделать настоящий полноценный фестиваль на открытом воздухе. Здесь есть и закрытое помещение, где можно посмотреть образцы оружия, и павильоны на улице, и атмосфера праздника. Поэтому всем, кому интересно оружие, охота, приезжайте. Каждый, я думаю, найдет для себя что-то интересное. Билет стоит 500 рублей, на 3 дня 1200. Это не так.